В многофункциональном центре будут выдавать визы и ставить машины на учет. О планах на будущее сегодня рассказала директор МФЦ Свердловской области Анастасия Девятых. У нас не только можно будет получить загранпаспорт, а также еще и визу. Также сейчас прорабатываем вопрос совместно с ГИБДД по оказанию услуги через МФЦ, это регистрация транспортных средств. Кроме этого, мы хотим внедрить копировальные аппараты роботы на наших площадках для того, чтобы заявителям было удобно сканировать, копировать, распечатывать документы. Сейчас, чтобы получить визу, заявителю нужно обратиться либо в посольство страны, либо в турагентство, в котором приобретена путевка, либо оформлять заявку на сайте госуслуг. Директор МФЦ Свердловской области пояснила, точная дата внедрения выдачи виз пока неизвестна. По ее словам, сейчас ведутся переговоры с консульствами стран Шенгенской зоны. Договориться с другими странами пока сложно. Еще одно запланированное новшество. В отделениях МФЦ могут появиться диагностические уголки, либо роботы-диагносты, с помощью которых любой посетитель сможет проверить свое здоровье.